Дорогие друзья, добрый день. Я рада приветствовать вас на ключевом мероприятии Высшей школы бизнеса. Это неделя карьеры. Меня зовут Екатерина Шугалеева. Я представляю Центр карьеры Высшей школы бизнеса. Впереди вас ждет очень много интересного. 1, 2 и 3 октября состоятся выступления и презентации ключевых спикеров на разные темы, так что подключайтесь. А 5 октября у нас запланирована онлайн-ярмарка вакансий с участием 30 крупнейших российских и международных компаний. Так что, пожалуйста, тоже не пропустите, будет возможность задать вопросы рекрутерам и проверить свои силы при отборе в различные компании. Ну, открывают наше мероприятие наши партнеры, компания KPMG, эксперты группы развития бренда работодателя Дарья Шарова и Анастасия Афанасьева с темой «Дизайн мышления» или «Взгляд по-новому на привычное». Коллеги, я очень рада приветствовать вас и передаю вам слово. По окончанию презентации, да, наверное, будут, я думаю, точно будут вопросы, и мы сможем на них ответить. А запись, вот нас спрашивают, будет ли запись, а обязательно будет, она уже началась. Катя, коллеги, всем привет, спасибо большое. Мы очень рады быть сегодня спикерами на таком классном мероприятии. Мы, для нас большая радость открывать неделю карьеры. И мы очень надеемся, что будет интересно. Мы хотим сделать так сегодня, чтобы это был у нас такой интерактивный разговор. У нас заготовлены для вас разные видео. Будем вместе разбираться в том, что же такое дизайн мышления. Ориентировочно у нас займет наш тренинг где-то час-полтора. Мы очень будем надеяться на то, что вы будете активны, коллеги, будете нам писать в чат. И ставьте нам огонечки, чтобы мы понимали, что все, там какой-то момент мы поняли, прошли, и можем двигаться дальше. И давайте договоримся, что все вопросы вы будете нам писать сразу по ходу дела, чтобы мы разбирались во всем, и у нас не оставалось никаких непокрытых вопросов, чтобы все было ясно. И для начала я хочу передать слово Насте. Мне кажется, что вообще важно понимать, почему те или иные спикеры выходят с той или иной темы. И как раз Настя расскажет про нашу команду, и потом уже будем разбираться с дизайн-мышлением. Да, ребята, всем привет! Я тоже безумно рада вас всех сегодня приветствовать на таком прекрасном мероприятии. Я надеюсь, что нас слышно, видно. Пожалуйста, поставьте плюсики, если все окей, потому что я вижу, что кто-то пишет, что нет звука или пропадает. Но я надеюсь, что если вы обновитесь, то все будет окей. Просто мы тоже работаем с этой платформой. Бывают действительно иногда какие-то недочеты, но, в принципе, они обычно уходят, если обновить платформу. Да, я вижу, что плюсики, все отлично. Значит, со связью все в порядке. Я расскажу немножко о нас. Мы с Дашей представляем группу развития бренда работодателя KPMG. И что мы делаем? Мы делаем очень много мероприятий. То есть это более 100 мероприятий в год, больше 10 образовательных программ в офисе, в онлайне, на площадках наших партнеров и так далее. Мы с Дашей также курируем социальные сети КПМГ и делаем промо-кампании не только на Москву, но еще и на всю Россию, даже на страны СНГ. И, как вы понимаете, чтобы делать все это очень круто, нам нужно много-много вдохновения, но, конечно же, где его брать? И, собственно, на самом деле, некая, скажем так, креативность – это тоже ремесло. Поэтому мы часто прибегаем в своей работе к использованию метода дизайн-мышления, о котором мы сегодня и хотим вам рассказать. Я надеюсь, что вам тоже будет это полезно как в вашей учебе, так и в будущей работе. Но давайте для начала
пару слов о компании. Я надеюсь, что с КПМГ вы в целом знакомы и знаете, что это компания, которая предоставляет аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Мы уже работаем 30 лет в России, больше 150 лет в мире. В России работает более 6 тысяч специалистов и, скорее всего, где-то около 2500 работает в головном офисе в Москве. Как вы можете видеть на этом слайде, наша география довольно обширна, но это мы показываем только по России, а в мире мы находимся в 147 странах мира. Здесь, как я уже сказала, перечислены наши услуги. Из компаний «Большой четверки» мы являемся самыми маленькими в мире, но на самом деле мы растем очень-очень большими темпами, и по скорости выручки каждый год мы не как раз не самые маленькие. Вот, поэтому мы идем вперед, как говорится, большими-большими шагами. И каждый год растем, даже несмотря на такие сложности, как, которые у нас сейчас во всем мире, собственно, идут, наблюдаются, мы все равно продолжаем расти. И, конечно же, нас это безумно радует. И работаем мы с крупнейшими компаниями российскими, международными, с финансовыми, с телекомом, нефтегазом, FMCG. В общем, очень-очень много секторов мы покрываем. Коллеги, работая на различных проектах, приобретают просто огромную экспертизу. И, конечно, такая экспертиза не сравнится с работая в какой-то одной компании, когда вы работаете только на нее. Тем самым, что вы в КПМГ можете приобрести опыт работы, грубо говоря, с множеством компаний, конечно же, дает всегда карьерные преимущества. Итак, Дашка. Переходим дальше к дизайн-мышлению. Коллеги, напишите... Вообще, да, с чем ассоциируется, если вы уже знаете, то напишите, с чем у вас ассоциируется дизайн мышления, да, что это вообще такое. А если не знаете, просто поставьте нам минус, чтобы мы понимали, знакомы ли вы вообще с этой темой. Пока не знакомы. Так, ну это прекрасно, коллеги, это прекрасно, значит, вам еще более будет интересно узнать про этот метод. На самом деле, вот скажу вкратце, и вообще, я вот думала сегодня, когда готовилась к выступлению, я выпускница, в свое время тоже закончила вышку, магистратуру высшей школы бизнеса, тогда факультет бизнеса и менеджмента, и вот анализируя опыт, я понимаю, что одна из главных таких сильных преимуществ, которые я вынесла после учебы в вышке, это такой научный подход, да, исследовательский, вот такая парадигма в голове, что нельзя что-то взять и просто так вот решить, как-то разработать, должны быть данные, это должно на чем-то опираться, и ты там должен владеть определенным инструментарием, и это действительно, когда ты учишься, тебе кажется, что ну как же я это буду использовать в работе, но на самом деле регулярно, постоянно, и вот этот метод, это метод для создания каких-то креативных новых решений, он основывается на том, что мы исследуем пользовательский опыт и исходим от пользователя, но это вот очень вкратце, да, таким образом мы разрабатываем. Да, да, вот Наталья правильно пишет, что это человекоориентированный подход к решению задач. И более подробно мы с этой концепцией познакомимся чуть позже. Настя расскажет, как, откуда это произошло. Но в целом это действительно такой метод креативного решения задач, который основывается на исследовании человека, человеческого опыта, на исследовании, да, то есть то, что помогает нам на основе данных и с ориентацией на пользователя принимать решения. И почему важно вообще это... этот метод, почему мы вообще про него подумали и решили вам рассказать, потому что на самом деле иногда нам сложно находить креативные решения и сложно понять, как подступиться к чему-то, как создать что-то новое, и тут мы начали думать о том, что вообще вот когда ты был ребенком, тебе вещи какие-то привычные, которые взрослый человек уже в силу своего опыта, они уже для него абсолютно понятные и очевидные, и решения дальнейших действий будут тоже вполне понятны.
понятными шаблонами, очевидными. Для ребенка это что-то совершенно, может быть, невероятное, и пол — это лава, это вообще легко, или построить шалаш, который будет казаться, шалаш из одеяла, который будет казаться замком, это тоже очень просто, и для ребенка это не то, чтобы поиск креативного решения, это просто способ решить свою задачу, да, там, в игровом формате. И если говорить, в принципе, да, вот про подход детей к решению задач, вот тут на слайде просто потрясающие примеры. Вряд ли бы взрослые люди когда-то бы решили, что если у них встают руки, когда они смотрят планшет, то можно положить планшет на прозрачный стол и лечь под стол. Или, например, что если ты боишься, что твоя книга упадет в ванну, то лучше подсоединить на поводок, да, который ее, если что, потянет. Ну, мальчик в автобусе, это вообще без комментариев, это понятно, что так нельзя делать, но, тем не менее, он решил проблему того, что ему не хотелось держаться руками, хотя так делать нельзя, естественно. И, собственно, это про что? Это про то, что дети, вообще не задумываясь, находят порой какие-то совершенно необычные креативные решения, которые помогают им быстро и просто решить возникающие проблемы в силу того, что у них нет этих шаблонов. И они исходят из того, что у них есть какой-то свой опыт, и они очень быстро понимают, находят, да, что с ним такого сделать креативного. И на самом деле вот это умение смотреть шире шаблонов и как-то мыслить иначе, детей периодически приводят и к реальным изобретениям. Например, вот в 1962-3 годах мальчик Роберт Патч разработал грузовик. Ему хотелось, чтобы это была какая-то функциональная игрушка, не просто там вот одна машинка, а чтобы это был еще и трансформер. И он из коробок, гвоздей, крышек собрал такую вот машинку, которая трансформировалась из грузовика в самосвал. И ее потом, кстати, запатентовали. Он в 5 лет очень гордо поставил под там, в бумагах, которые говорили о том, что это теперь у него есть патент на это, поставил свой крестик. И таким образом он вот изобрел что-то новое, и исходя из своего опыта, да, что ему хотелось вот какую-то новую игрушку. Еще один пример: в 15 лет Частер Гринвуд шел с катка, и у него ужасно замерзли уши, он жутко не любил носить шапку, потому что у него все время чесалась голова, ну, в общем, это знакомая проблема из детства, и он подумал, что вот уши бы как-то ему пригреть, он увидел проволоку и подумал, о, почему бы и нет, обратился к бабушке, бабушка сделала такие меховые накладки, и он таким образом разработал известные нам сейчас такие меховые наушники. Тоже человек просто увидел из своего собственного опыта, нашел какое-то совершенно необычное, особенно для своего времени, это 1870-е годы, когда это вообще было чем-то совершенно, да, непривычным, неочевидным. Просто из жизни нашел решение креативное, не пытаясь что-то скреативить. И мы как раз это все ведем к тому, что нужно вот как вообще, да, научиться вот такими глазами смотреть на мир, чтобы придумывать, изобретать какие-то новые идеи, которые помогут, ну, естественно, что это будет осмысленно, не просто что-то, что нам бы хотелось придумать, чтобы это было со смыслом, применимо и подходило к вашим текущим целям. И, собственно, про то, что такое дизайн мышления, тут я Насте передаю слово. Да, и сейчас мы вам расскажем, что же это такое дизайн мышления. На самом деле это процесс для решения задач, создания продуктов и услуг, которые ориентированы на человека. Вы совершенно правы, Наталья, что это человекоориентированный подход. Если мы обратимся к истории дизайн мышления в целом, о нем впервые написал еще в прошлом веке, в 69-м году, Герберт Саймон в своей книжке «Наука искусственная». Он окончательно, метод сформировался в 80-х годах, но его еще тогда, ну, не использовали в бизнесе. Позже был такой человек, который как раз привнес метод дизайн мышления в бизнес. Его звали Дэвид Келли, и в 91-м году он его стал как раз приспосабливать к бизнесу. И сейчас он в начале 2000-х основал школу дизайн мышления в Стэнфордском университете, которая сейчас есть во многих таких очень крупных университетах мира, и собственно, они стали как раз родоначальниками дизайн-мышления в бизнесе. Итак, если мы говорим про особенности дизайн-мышления, то это, конечно, очень глубокий
очень глубокое погружение в опыт именно пользователя. Мы все время помним про то, что в центре этого метода стоит человек, поэтому мы глубоко погружаемся в опыт этого человека, мы фокусируемся на индивидуальных сценариях, то есть мы рассматриваем все возможные варианты, общаемся с различными людьми и прорабатываем их все боли, проблемы, какие-то особенности и так далее. И, конечно, это экономичный подход к разработке проекта. Практики дизайн-мышления считают, что инновация рождается на стыке пользы для человека, возможности технологии и учета интересов бизнеса. И именно в этом создавать инновации и помогает дизайн-мышления. Из чего же состоит, собственно, сам процесс дизайн-мышления? Он состоит из 5 этапов. Где-то в некоторой литературе описывается 6 этапов, где-то 5. Мы решили остановиться на 5. Это эмпатия, фокусировка, генерация идей, прототипирование и тестирование. На самом деле, процесс дизайн-мышления, он почему и называется процесс, потому что он довольно цикличный, когда вы заканчиваете, ну, вам кажется, что вы заканчиваете свой проект, и вы на этапе тестирования, вы выявляете какие-то недочеты, вы снова возвращаетесь на первый этап эмпатии и проходите еще один круг. И так можно делать, на самом деле, довольно большое количество раз, пока вы не придете к идеальному продукту. А какие же правила есть дизайн-мышления? На самом деле, они есть, и выделяют 5 таких правил. Это ошибайся раньше, ошибайся чаще. То есть чем больше вариантов, которые вам не подойдут, вы подберете, тем вероятнее всего будет найдено то самое работоспособное решение. Второе – это один прототип стоит 1000 слов. Опять же, практики дизайн-мышления советуют немедленно воплощать идею в жизнь. Как только вам, например, пришла эта идея, вы ее сразу же рисуете на бумаге или собираете из подручных средств. Будь то, например, даже приложение для телефона. Они рекомендуют просто нарисовать телефон и рисовать, как это все будет выглядеть. Третье правило – это первым делом спросите пользователя. Опять же, вспоминаем, что это человекоориентированный подход. Поэтому, когда вы только сделали какой-то прототип, нарисовали или склеили из бумаги, сразу же несите его в поле и спросите реакцию. Вы ее увидите, собственно, тех людей, для кого вы это решение создаете. И делайте вместе. Это четвертое правило. Оно здесь относится к тому, что в дизайн мышления очень здорово, если команда междисциплинарная, когда есть и инженеры, и маркетологи, и продавцы, и дизайнеры. В общем, это могут быть люди из различных сфер, с различным бэкграундом, и наоборот, когда чем как бы шире команда, тем, скорее всего, круче решение получится у команды найти. И последнее правило – не критикуем, а говорим «да и». Это очень важное, на самом деле, правило вообще, в принципе, в любых коммуникациях. Когда человек высказывает какую-то свою идею, нельзя ее резко критиковать, потому что, на самом деле, любую идею, даже иногда самую глупую, можно доработать настолько круто, что она будет идеальным решением. Поэтому нужно попробовать поддержать автора этой идеи и дать ему возможность ее расширить, ее развить и сказать, например, да, классно, а можно сделать еще вот так, вот. Ну и тем самым, если это плохая идея, то в любом случае вы ее на этапе дальнейшем, вы ее откинете. Вот, поэтому такие правила у нас существуют, и теперь вы знаете, из каких этапов состоит процесс дизайн-мышления. Сейчас мы хотим вам рассказать некоторые примеры. Да, и вот пример номер один. Возможно, вы слышали, он довольно такой известный кейс. Проблема заключалась в чем? Есть детская больница, госпиталь в Питтсбурге, где приняли решение сделать вот этот вот процесс прохождения МРТ для детей, который обычно для них это ужасно, что-то пугающее, стрессовое, это очень громко, там шумно, там что-то неожиданно резко стучит, замкнутое пространство, нужно лежать неподвижно, и вообще в целом просто деткам страшно, и для них, ну, просто это было
целый вот стресс, действительно, ребенку пройти эту процедуру, решили посмотреть на вот это все, вот эти все проблемы выяснили, посмотрели глазами ребенка и сделали такие вот комнаты, да, кабинеты, которые обустроили как под какие-то определенные тематики. Здесь, например, это путешествие на корабле, есть еще такие же похожие комнаты, но оформленные, будто ты космонавт и летишь в космос, или ты будто русалочка, и ты спускаешься на дно морское. И удивительно, да, но или не так удивительно, но как здорово, да, что такое решение нашли, потому что в среднем снизилось на 19% количество случаев, когда деткам нужно было давать успокоительное. И это очень классный, да, показатель как раз такого подхода, ориентированного на человека, и которое реально воплощено в жизнь. Мы вот вам тут приложили QR-код, можно себе сохранить, перейти по ссылочке и потом попозже посмотреть. Там как раз все это очень подробно показано, вообще совершенно потрясающий кейс. И еще один тоже очень интересный кейс. Это телефон Samsung разработали. Такой вот, есть у них девайс, который в основном покупают для пожилых людей, и как оказалось, что этими смартфонами люди пожилого возраста пользовались не очень охотно, не потому что им сам телефон не нравился или там были какие-то проблемы с ним, а именно потому что очень сложно было вообще изначально разобраться в том, как же пользоваться этим телефоном, как к нему подступиться. Были сложные слова, да, какая-то сложная терминология, и вообще просто вот подарили телефон, а как его настроить, тоже большой вопрос. И тогда было вот такое одно из решений предложено. Это инструкция из коробки. Тоже тут приложили ссылку на видео. Потрясающий вообще кейс тоже. Правда, очень советую посмотреть после нашего тренинга. Там как раз показано, что вот инструкция – это такая книга, коробка, которую человек открывает. И у него вот сначала появляется такое вырезанное окошко, и там лежит симка. Ее нужно достать. И очень короткое пояснение к тому, что это за элемент. Дальше, по мере открывания книги, человек достает панельку, сам корпус, батарею, там показано стрелочками, куда ему нужно вставить эту симку, куда поставить батарею. И очень короткие, простые, понятные инструкции. И просто показано даже там стрелочками именно физическое расположение тех или иных кнопок. И, конечно, вот именно с такой инструкции, да, из коробки намного выше шанс, что пользователь, а в нашем случае это пожилой человек, что ему будет намного проще разобраться с инструкцией, разобраться с телефоном и начать им пользоваться с удовольствием. Вот, совершенно прекрасный кейс. Но если говорить про нас, да, то как мы можем, вот если вы студенты, как вы можете использовать этот метод, где? Потому что звучит, конечно, прекрасно, где же мне, но возникает вопрос, а как же мне использовать это просто в повседневной жизни? Но на самом деле, если говорить очень широко, то, по сути, этот подход можно использовать везде, в любой ситуации, в любом проекте, где есть какой-то конечный пользователь. Причем это может быть и личная жизнь, например, ремонт или отпуск, да, но тут понятно, что в качестве пользователей будут ваша семья или друзья, с кем вы поедете в отпуск. Можно использовать, естественно, и в работе, особенно это консалтинговые проекты, да, где нужно предложить какое-то новое решение, какой-то новый подход, новый проект к сложным задачам, поэтому это в нашей компании тоже очень применимая история. Естественно, что и бизнес для разработки какой-то новой идеи, для разработки нового направления, почему бы нет, да, совершенно замечательно подходит. Но и просто в целом в учебе бывает, что нужно разработать, решить кейс, да, и в нем предложить какое-то, ну, это очень пересекается с консалтинговыми проектами, но, по сути, да, есть какая-то проблемная ситуация, кейс, который нужно решить и предложить какое-то новый подход, то как раз, используя дизайн мышления, можно просто как-то развернуть ситуацию и пойти не шаблонными путями, которыми мы привыкли, да, подходить к решению задачи, а подумать совершенно с другой стороны. Поэтому вполне себе в любой сфере можно использовать, и что тоже важно, что для любого масштаба задачи такой метод подойдет, и для мелких условно, да, если нужно
понять, куда расположить кнопку на сайте. Тогда мы можем изучить просто пользовательский опыт и пройти все этапы дизайн-мышления и понять, куда все-таки действительно лучше располагать. Можно и средние, например, как обустроить, как сделать ремонт в новой переговорной комнате. И это такой небольшой спойлер, как раз с этой задачей мы будем сегодня вместе с вами разбираться, чтобы пройти по каждому этапу дизайн-мышления и осознать, прочувствовать, каково это использовать дизайн-мышление на практике. Ну и, конечно, для каких-то крупных задач, вроде новый проект разработать, новую услугу, ну или просто в целом новый сайт, почему бы нет? В общем, довольно универсальный инструмент, если хочется предложить какое-то яркое, свежее, новое решение, при этом опираться на пользователя, на его опыт, исходить от него и учитывать, провести такое вот исследование, пообщаться с этим пользователем. Ну, мы еще расскажем подробнее про методы, которые можно использовать. В общем, использовать можно где угодно. Давайте будем разбираться прямо уже вместе на практике, как это делать правильно. Да, мы хотим с вами сегодня пройти, как уже Даша сказала, по всем этапам дизайн-мышления вместе, чтобы мы в это погрузились с вами, и предлагаем вам такой кейс. Смотрите, это кейс не наш, это кейс компании Wonderful, это российская компания, которая занимается дизайн-мышлением, они разрабатывают различные проекты вообще на любые тематики, и с этим кейсом они даже победили на одном международном конкурсе. Вот, поэтому нам этот кейс очень понравился, и мы решили его рассмотреть. Мы сейчас включим видео, а вы, пожалуйста, активно пишите в чат, мы очень надеемся на какой-то взаимодействие сегодня с вами. Не стесняйтесь, в любом случае, я не думаю, что есть какие-то неправильные ответы, поэтому вы, когда увидите видео, пишите, что, на ваш взгляд, уже не так с переговорной комнатой. Мы сейчас включим это видео и пишите в чат, вообще видно ли видео. Я его перенесла, сейчас, секундочку. Так, ну мне кажется, если честно, что ничего не видно, потому что у меня видно. Не запускается ничего. Но я тогда покажу экран. Секунду. Так, сейчас вы видите мой экран. Угу. Я включу видео. Смотрите. На самом деле там звук не важен, поэтому такое. Да, звук здесь не важен, здесь просто какая-то музыка играет на фоне. Итак. Такой коротенький кусочек. Это коротенький кусочек, ага. Не видно, не видно кому-то было. Тесно, значит. Неудобно проходить. Очень мало места в комнате. Стул один к одному. Да, все, в принципе, правильно. Все так. Верно. Так, все верно. Итак, что мы имеем? Дано. Так, что мы имеем? У нас дано. Маленькая комната, действительно очень маленькая. Очень-очень большой стол на всю комнату. 9 стульев стоит в этой комнате. Флипчарт в углу. Беспорядок на столе. Итак, соответственно, мы видим, что переговорка как бы в целом не очень в целом, и нам нужно ее улучшить. Как это сделать? Мы будем решать эту задачу с помощью дизайн-мышления. И мы переходим на наш первый этап – эмпатии. Первый этап – эмпатия. Угу. Ну вот, что это вообще значит? Это значит, что нам нужно… Да, поскольку это человекоориентированный подход, нам нужно понять, что, какие чувства вообще, какой опыт есть у пользователя, какие у него есть проблемы, что вообще происходит с человеком, когда он пользуется нашей вот переговоркой, да, в данном случае. И тут мы проводим вот такой вот исследовательский этап,
на этом этапе нам нужно максимально погрузиться в мир нашего пользователя. И масштабы нашего исследования, они, естественно, зависят от задачи. Это может быть просто в течение одного дня мы там проведем, например, наблюдение или какой-то эксперимент, так и несколько месяцев, если у нас что-то такое очень большое, масштабное. И это может быть как просто несколько наблюдений или несколько экспериментов или интервью, так и сотни различных исследовательских сессий. Естественно, что все зависит от формата. И здесь у нас основные такие этапы, что нам нужно вообще проделать. Сначала выявить нашу целевую аудиторию, вообще понять пользователя, да, вот, в общих чертах. А потом нам нужно будет, собственно, использовать разные методы, мы их будем подбирать в зависимости от того, какие более актуальны к той или иной задаче. К нашей задаче мы еще вернемся. Собственно, первое, нам нужно составить карту стейкхолдеров, на которой мы отражаем, фиксируем позиции всех, кто так или иначе будет соприкасаться с нашим продуктом, чтобы мы могли учесть со всех сторон все интересы при разработке нашего решения. Да, и тут, собственно, у меня к вам вопрос, коллеги. Смотрите, это вот карта стейкхолдеров. В середине у нас есть наш продукт, наша задача – это переговорная компания Wonderful. У нас есть дальше такой темно-синий круг – это ближний круг. Как вы думаете, кто вот прям самые основные пользователи переговорки, кого мы могли бы сюда вписать? Мы сейчас как бы вместе составим. А, да, спикер, правильно. Да, руководство компании, руководителя, слушателя, все верно. Да, да, люди, занимающиеся бизнесом, работники, абсолютно верно. Да, коллеги, все это абсолютно правильно. Тут мы можем сказать, что, естественно, в первую очередь, это люди, которые приходят в эту переговорку решать, ага, решать задачи какие-то проектные. Это партнеры, да, те, кто приходит к нам на бизнес-встречи, наши клиенты. И это, естественно, руководители, которые тоже проводят встречи со своими командами. Да, абсолютно правильно, очень все точно вы определили. А потом нам нужно еще составить такой дальний круг. Это те пользователи, которые не напрямую взаимодействуют с нашей, это не те, кто регулярно пользуется переговоркой в данном случае, да, но тем не менее это люди, которые могут все равно иметь к ней какое-то отношение. Тут, например, это могут быть, поскольку, наверное, легче будет на примере понять, это технически. Вот, Анна, вы прям, я даже не успела сказать, вы написали абсолютно верно, да, это технические специалисты. Те, кто, например, приходят нам лампочки менять или проверяют электричество, да, или расставляют мебель правильно. Кто еще может быть, как вы думаете? Может быть, это не обязательно, кстати, люди. Вот, Наталья, очень верно, да, это клинеры, конечно. Онлайн-пользователи, это, кстати, интересное предложение. Если у нас есть там возможность для трансляции, то скорее тогда это ближний круг, если это люди, которые в этой переговорке взаимодействуют. Уборщики, да, абсолютно верно. Коллеги, ну просто все вы идеально угадали, все наши идеи, которые тоже нам пришли, когда мы разбирали этот кейс. Еще вот, кстати, да, можно выделить арендодателя. Да, потому что так или иначе, это тоже сторона, которая заинтересована в этой переговорке. Дальше мы, значит, определили вот эту всю карту стейкхолдеров. Мы понимаем, что мы должны учесть так или иначе интересы вот этих всех категорий людей, да, категорий стейкхолдеров. Тут нам дальше нужно слушать, наблюдать, исследовать, какие могут быть методы. Сейчас я вам расскажу, да, коротко, какие могут быть методы. Потом мы обсудим, какие методы можно использовать уже непосредственно для нашего кейса. Естественно, что в первую очередь это возможность послушать просто самих пользователей, да, это провести глубинное интервью, например, да, просто побеседовать тет-а-тет, или провести экспертное интервью, то есть позвать профессионала в этой отрасли, который хорошо разбирается, чтобы узнать у него про опыт других компаний, например. Следующая наша возможность – это понаблюдать. Мы можем просто устроить такое включенное наблюдение и посмотреть, как вообще люди себя ведут. Собственно, что мы видим на этом видео, да, мы как раз наблюдаем за людьми, которые в этой переговорке находится.
и решают их задачи. И мокасины — это когда мы погружаемся в опыт и сами проходим вот весь путь пользователей, чтобы почувствовать на себе, что же он испытывает. Прям действительно погружаемся в мир. И последний наш блок — это, не последний, а еще один из возможных — это исследование. Тут имеется в виду, поскольку все-таки и интервью, и наблюдение — это тоже исследование, здесь скорее про то, что мы можем просто еще сами сделать такие серчи, да, посмотреть, какие уже есть данные, кто уже что-то до нас исследовал, или посмотреть, какие аналогичные решения могли применять в других смежных с нами отраслях, да, непосредственно вот разрабатывали переговорки такие же, в такой же компании, но, может быть, что-то очень такое, ну, схожее, там, не знаю, в школах, например, да, как кабинеты делали, какие есть best practices. И здесь вот, например, да, аналогия такая, что можно, разрабатывая насос, посмотреть на то, как работает сердце. Теперь у нас будет небольшой кусочек из этого видео, где мы посмотрим, какой метод использовала команда, которая разрабатывала решение, и нам потом нужно будет обсудить, во-первых, что они использовали, а во-вторых, что мы могли бы использовать. Так, сейчас, Настя, ты можешь, пожалуйста, показать также свой экран? Да, без проблем. Сейчас я как раз уже подготовила этот кусочек видео. Шикарно. Видно мой экран? Так, сейчас подключается, да, видно. Супер, тогда я включаю. Ага. И, коллеги, вы можете прямо по ходу писать, что вы видите, какие методы использовала вот эта команда, которая разрабатывала решение для дурацкой переговорки. Mm-hmm. Так, есть ли идеи? Наблюдение мокасины абсолютно точно, да. Все верно, коллеги, вот прямо супер правильно, действительно. У нас прям так и написано на слайде. Мы видно, да, по исходному видео, что, может быть, вы еще не успели увидеть, но когда просматриваешь более подробное видео, видно, что это все-таки эксперимент, что это нереальные люди, которые сидят, работают над задачей, что это скорее смоделированная ситуация. Таким образом, мы можем сказать, что это как раз эксперимент, мокасины те самые. И люди делали все те задачи, которые бы делала просто настоящая команда, работающая, например, над проектом. Они что-то вместе обсуждали, они использовали вспомогательные инструменты, они так же, как и люди в течение дня жили там, уставали, использовали какие-то свои личные вещи, чтобы максимально вот почувствовать тот опыт, который переживает человек, когда он там реальную какую-то задачу выполняет. И потом это записали на видео. И таким образом мы можем его потом посмотреть и понаблюдать за этим и проанализировать. Что еще мы могли бы? Тут уже я вам показываю, мы, в принципе, наверное, можем обсудить. Как вы думаете, если бы мы проводили глубинное интервью, экспертное интервью, тут, наверное, очевидно, что глубинное. А вот по поводу экспертного, как вы думаете, кого мы могли бы позвать в качестве экспертов, с кем мы могли бы для переговорки обсудить? Да, получить какую-то интересную, важную информацию. Дизайнер, да, конечно, и есть такие промышленные дизайнеры, которые делают интерьеры прямо вот рабочих пространств, действительно, абсолютно правильно. Да, в качестве экспертов можно было бы дизайнеров. Первый круг пользователей, с ними как раз хорошо бы провести глубинное интервью. Это правильно, Анна. Дальше мы могли понаблюдать и мокасины, да, а если вторичные исследования или исследования аналогов, я вот уже привела пример, что это школа, но как думаете, какие еще могли бы быть варианты, где мы могли бы посмотреть, какие-то данные поискать? Если это не только переговорки, то какие еще могли бы быть пространства? Это, наверное, так. Да, действительно, подобные школы. Коворкинг, вот это просто замечательная идея, да. Школы тоже, да, абсолютно правильно. Да, коллеги, вы совершенно точно уловили все методы, которые предлагаются. И мы, собственно, это все и написали. Вот действительно, по вторичным исследованиям можно посмотреть и подобные школы, да, подобные компании, и посмотреть, в принципе, и другие компании, которые лидеры рынка, про которые говорят, что у них суперские офисы.
Да, Дмитрий, тоже отличная идея поискать расстановку в небольших переговорках на Пинтересте. Тоже отличная идея повдохновляться, посмотреть, какие уже были решения. Да, я, в общем, коллеги, говорю вам огромное спасибо и благодарю вас. Точнее, хочу похвалить вас за то, что вы все очень точно уловили и абсолютно правильно отвечали. Мы разобрались с вами и надеюсь, что тут максимально все уже стало понятно и ясно. Передаю слово Насте. Да, и мы переходим к одному из самых, на мой взгляд, интересных этапов дизайн-мышления, и он один из самых любимых наших этапов – это этап фокусировка. После того, как мы уже с вами собрали какие-то исследования, провели, собрали данные, нам теперь нужно объединить их шаблоны для групповой работы и найти, собственно, те самые инсайты, которые мы ищем. Инсайты – это ценная находка в процессе исследования, которое выявляется. То есть на этом этапе команда собирает все наблюдения, заносит их в некие шаблоны для групповой работы, и теперь нам нужно с вами в осмысленной такой форме познакомиться с результатами проведенных исследований и собрать все самое важное и как раз понять, как же нам улучшить впечатление пользователей. Итак, мы собираем все в карту эмпатии, анализируем путь пользователя Custom Journey Map, делаем кластеризацию, ищем связи и ставим нашу задачу, формулируем ее. Итак, давайте по каждому шагу пройдемся. Сначала мы посмотрим видео. Представьте, что вы поставили в эту переговорную комнату скрытую камеру. И как раз вам сейчас нужно в процессе того, как я включу видео, вы можете прям сразу писать в чатик, с какими проблемами сталкиваются эти несчастные сотрудники компании, в которой такая переговорка. Прям пишите в режиме реального времени опять же. Так, пока с экрана я делаю. Как будет видно? Видно, Даш? Пока нет. Не видно? Включается. Так, вот теперь. Так, все, видно. Здесь были подсказки, но мы их замазали. Вот, поэтому вы пишите, что вы заметите. Может быть, вы что-то еще заметите. Так, посмотрели. Так, так, так. Я вернусь к вашим комментариям чуть позже. Спасибо большое, что вы написали их. Давайте сначала мы поговорим с вами про карту эмпатии. Что же такое, собственно, вообще карта эмпатии? Это такая форма для сбора наблюдений за поведением людей или для анализа глубинных интервью. Вот вы провели глубинное интервью с каждым человеком, и в идеале для каждого человека вы должны составить такую карту эмпатии, где вы выделите свои самые яркие находки, цитаты, инсайты. Важно в таких картах не использовать какие-то абстрактные фразы. Нужно отобразить максимально много о человеке в принципе, что он любит, о чем он мечтает, о чем он боится. Вот.
и постоянно себе задавать вопрос на протяжении того, как вы задаете, как вы делаете эту карту эмпатии, какое отношение эта находка имеет к теме исследования. Давайте сейчас посмотрим на карту эмпатии, которую мы здесь сделали. Мы просто на самом деле ее придумали, но мы представили, что это у нас такой некоторый композитный, скажем, пользователь, это такой сборная солянка. Мы представили, что это у нас Игорь, ему 26 лет, он дизайнер. Он отлично работает в фотошопе, в иллюстраторе, обладает навыками UX и UI-дизайна, любит творчество, обожает просто фотографировать, любит, и вообще он такой весь творческий у нас человек. Мечтает работать с крупнейшими клиентами на рынке, и, конечно, он мечтает добиться успеха в работе. Он боится быть раскритикованным своими коллегами, не получить новые знания в дизайне. Не понимает, как люди тратят время на бесполезные вещи. На его взгляд, это футбол, качалка. И он вот не успевает, очень хочет пройти курсы по повышению квалификации в UI-дизайне, но не успевает. И уверен в том, чтобы добиться успеха, нужно много работать и постоянно учиться новому. Когда мы создали такую карту эмпатии, нам намного проще понимать своего пользователя. Именно для этого мы ее и создаем. Когда вы сделали карту эмпатии для множества, скажем так, людей, с которыми вы провели глубинное интервью, вы можете сделать как раз вот эту общую карту эмпатии такого некого композитного пользователя среднего, скажем так, усредненного человека, что да, там, например, это все дизайнеры, поэтому это дизайнер. Средний возраст, там, 26, 27, 28 лет, неважно. Они там все примерно обожают творчество и не любят смотреть футбол и прочее. Вот. Поэтому, в принципе, это будет довольно несложно, чтобы именно хорошо ознакомиться со своим пользователем. Что мы делаем дальше? Дальше очень важно нарисовать CGM-ку. CGM – это Customer Journey Map, то есть мы шаг за шагом анализируем путь пользователя и выявляем его болевые точки, и смотрим, где же мы могли бы пользовательский опыт улучшить. Здесь мы рисуем как бы пошаговый сценарий человека и опираемся на его эмоции, что человек делает на каждом этапе, в какое время он это делает. Ну, то есть здесь, в принципе, можно брать любой временной отрезок, вы можете как целый день брать, можете неделю брать, смотря какой продукт вы производите. Если мы берем переговорку, то мы делаем Customer Journey Map как раз на основе примерно часа, да, ну, сколько у них там длилось это их... этот брейншторм. Смотрите, что у нас в случае с нашим Игорем. Сначала он очень радуется, что ура, классно, брейншторм с моей командой, у меня отличное настроение. Потом он заходит в эту переговорку, ему нужно там как-то протиснуться поближе к флипчарту, неудобно вообще, ужасно. Потом руководитель ему предлагает выступить с идеей, он, конечно же, очень радуется. А, ну до этого ему еще некуда было вещи свои положить, тоже не очень как бы. Но из-за того, что он сел где-то посередине, ему вообще неудобно пройти к флипчарту, потому что он там никак пройти не может, и он предлагает такую идею, что он покажет сейчас все на ноутбуке. Но у него садится батарейка, опять нужно кого-то просить протягивать, помогать этот провод. Потом он начинает презентовать, но уже половина команды его не слушает, потому что все на что-то отвлекаются в этой переговорке. Потом, когда уже руководитель начинает выступать, Игорь сидит, вообще ему неудобно, шея затекает, и ура, наконец-то эта встреча закончилась, можно уже выйти из этой переговорки, это уже, конечно же, радость. Вот, таким образом мы построили такой путь пользователя и понимаем, где какие больные точки и что нам нужно улучшить. Итак, хоп. А дальше мы перейдем к самому такому интересному этапу кластеризации. Я сейчас прочитаю ответы, которые вы написали, что сложно взаимодействовать, нет удобной инфраструктуры для пользования ноутбуками, сложно поставить на зарядку, открыть новый лист для записи, неудобные стулья, некуда деть личные вещи, сложно поднимать то, что падает, плохой обзор, поворот на одну сторону, сложно выходить из-за стола, почти невозможно перелистывать слайдер, сложно добраться до розетки, неудобно достать упавшую вещь, некомфортные стулья, быстро встаешь, проблемы с рассадкой, выходом из помещения. Очень круто, ребята.
ребята, вы, по-моему, практически все перечислили, все этапы. Мы, когда нарисовали нашу карту и увидели, какие боли испытывает наш Игорь, наш пользователь, начинаем этап кластеризации, и это, наверное, тот этап, который у всех обычно ассоциируется с дизайн-мышлением, это стикеры, конечно же, потому что мы записываем наши какие-то идеи, наши кластеры за счет стикеров. То есть мы видим, да, что человеку там неудобно, мало пространства. Мы записываем мало места на стикер, записываем, что флипчарт вообще неудобный. То же самое. И начинаем эти стикеры клеить на стену, сразу перемещая их в какие-то определенные группы. Ну, то есть мы увидели, что у всех наших пользователей есть такая проблема, что им тесно, всем там розетку неудобно протягивать свой провод к розетке и так далее. Таким образом, мы получим с вами несколько групп. И все время, когда мы выписываем наш инсайт на стикер, мы себя спрашиваем, к чему относится эта идея или эта находка, этот инсайт, и так мы его помещаем в тот или иной кластер. Даем потом им название на основе общих признаков и создаем, собственно, нашу вот такую вот проблемную, выявляем нашу проблемную область. Что мы здесь выписали бы? Что тесно, не все могут подойти к флипчарту, розетки неудобные, неудобно, отсюда усталость, шея, ноги, негде сделать зарядку, нет места для личных вещей, низкий уровень вовлечения, быстрая утомляемость. В принципе, вы все это написали очень здорово. И после того, как мы записали все наши инсайты на эти стикеры, мы должны сформулировать с вами точку зрения и поставить задачу основную. Отвечаем на вопрос, как мы можем помочь. Собственно, определяем основного нашего вот этого среднего пользователя. Это наш Игорь, молодой дизайнер, который регулярно использует переговорку. Мы синтезируем потребности. То есть мы должны выразить это глаголом. Игорь хочет, чтобы переговорка была удобной, чтобы проводить встречи с пользой. Затем мы формулируем наш основной инсайт. Нужно, чтобы наш инсайт отвечал на вопрос, потому что или каким образом. Игорю нужно, чтобы переговоры проходили результативно, так как это влияет на его карьеру. А он же у нас хочет добиться успеха в карьере, конечно. И переходим к вопросу, как мы можем Игорю помочь. Как мы могли бы помочь Игорю сделать переговорку функциональной. И, собственно, складывая все эти части, мы получаем наш основной вопрос, как мы можем помочь Игорю проводить время в переговорке результативно и сделать ее функциональной. И, собственно, как раз мы идем к нашему следующему этапу – генерация и выбор идеи. Да, тут мы уже приближаемся к тому, чтобы разрабатывать какие-то решения. И наша цель на данном этапе, на этапе генерации идей, это создать как можно больше самых разных решений для тех проблем, которые мы выявили. И, ну, какой такой средний ориентир, что нужно больше 100 идей каких-то новых, которые будут улучшать продукт или будут предлагать что-то совершенно новое, да, к нашим проблемам. И что важно сказать? Что, естественно, это мозговой штурм. Про его правила мы сейчас поговорим. Но, по сути, это, во-первых, это работа в команде. Тут как раз вот эта самая синергия, когда один другого поддерживает, развивает идеи и двигается дальше, предлагает какие-то новые решения, дорабатывает их, вдохновляет своих коллег. В общем, тут мы штормим по полной. И что важно, что нужно говорить не просто какое-то абстрактное, да, пожелание поменять стол, а говорить какую-то более конкретную сформулированную идею, какой стол, да, или заменить, какой стол был, на какой его надо заменить. Например, заменить широкий стол на более узкий и высокий изогнутой формы, чтобы у нас уже было что-то такое более конструктивное. Я думаю, что, наверное, вы с правилами основными мозгового штурма уже знакомы, но если нет, то коротко, да, что
как Настя уже говорила в начале, абсолютно никакой критики, потому что это будет избивать человека, который предложил идею, она его может как-то, это может смутить, и человек потом не предложит новых идей, а нам нужно же как можно больше. И потом, как тоже Настя говорила, совершенно неочевидно бывает, это действительно плохая такая идея, или она просто странная, но в ней что-то есть, и зачастую в таких странных и, на первый взгляд, дурацких идеях есть совершенно какие-то новые решения, поэтому принцип «да», и еще можно что-то сделать, используем, и говорим «да» сумасшедшим идеям, потому что даже если она, ну, совсем оторвана от жизни, то она может воодушевить коллегу на какую-то более конструктивную идею. Потом, конечно, нужно быть внимательными друг к другу и высказываться по одному, и не уходить от темы, которая поставлена. Конечно, нужно стремиться, как я уже говорила, как можно большему количеству идей, вот в целом, да, по проблеме 100+, но хорошо, когда от каждого человека по плюс-минус 10 идей, 15 даже идей или даже больше. И вот предлагаю вам, коллеги, сейчас, ну, совершенно такой мини-мини мозговой штурм провести, и понятно, что сейчас у нас нет возможности очень подробно описывать идеи, но давайте так тезисно, вот мы выделили, мы все вместе, да, выделили проблемы, которые есть, тесно, неудобно, шея затекает и вот это вот все прочее, какие мы могли бы здесь предложить идеи, если у нас сейчас с вами мозговой штурм? Давайте прям буквально несколько накидаем. Поставить более узкий стол или вообще избавиться от него? Да, отличная идея. Записываем, это у нас был на стикере. Расширяем количество розеток в комнате, еще один стикер. Потом, например, там мы могли бы, да, кто-то мог бы сказать, что можно их монтировать в стол, можно там, не знаю, взять умные розетки. Тоже это, в принципе, идея, которую можно было бы записывать. Заменить флипчарт на доску с маркерами, да, да, использовать в переговорке стикеры, купить комфортные стулья с регулированием высоты, да, вот, и поставить комфортные стулья со спинкой. Там выписываем, да, стулья со спинкой, стулья с регулируемой высотой. И просто найти более просторное помещение. В общем, действительно, да, это тоже идея. И это тоже можно записать как решение проблемы дурацкой переговорки. Просто найти новую, почему бы нет. Снести стену, да, тоже. Вот кажется, что это, ну, такая сложная идея, но мы ее тоже обязательно фиксируем. И просто потом думаем, что, а может, мы действительно можем заменить такую стену на раздвижную, например, с раздвижными, такую трансформируемую, да, чтобы присоединить соседнее помещение. Да, коллеги, супер идея, я думаю, что... Я как-то вылетела. Коллеги, слышно ли меня? У меня почему-то все перезагрузилось. Отлично, да, спасибо большое, коллеги. Да, я, мне кажется, оборвалось, когда я говорила, что нам, если бы у нас был сейчас с вами настоящий, да, полноценный мозговой шторм, я думаю, что мы бы даже больше 100 идей с вами придумали. Действительно, все, что вы писали, мы так вот тезисно отразили. Зарядка в столе, барные стулья, стулья с полочкой, да, почему бы нет, куда личные вещи класть, узкий длинный стол. Стена, сделать стену флипчартом и так далее, и так далее. Да, абсолютно все мы с вами совпали, и я думаю, что было бы у нас еще больше крутых идей. И, значит, мы вот их наштормили. Есть у нас миллион, больше 100 классных идей. Нам теперь нужно понять, какие из этих идей нужно брать дальше в работу, какие нам брать на следующий этап и дорабатывать их. И тут у нас есть... несколько вариантов и вообще несколько разных этапов мы должны и можем представить все наши идеи экспертам, которые в этом деле разбираются. Вот, например, писали про промышленных дизайнеров, вот как вариант мы можем представить промышленным дизайнерам. Мы можем и нужно обсудить идеи с представителями наших целевых аудиторий, которые мы с вами выделяли. И нам тут важно оценить идеи, да, как-то их между собой сопоставить, отобрать и потом провести голосование уже среди наших пользователей. Какая есть возможность, какой инструмент
для понимания, какая идея, какие идеи мы в итоге выбираем дальше. Это диаграмма Венна. Здесь она подразумевает, что мы берем с вами флипчарт, ватман, да, whatever, мы рисуем себе вот такую вот схему, где мы отражаем три таких смысловых блока. Это, во-первых, и по этим блокам мы потом будем распределять наши идеи. Во-первых, это там те идеи, которые приносят пользу для человека, да, для нашего пользователя. И если мы понимаем, что это идея, которая в первую очередь на это ориентирована, то мы ее помещаем вот туда. Да, но сейчас мы еще к этому вернемся. Потом это идеи, которые учитывают интересы бизнеса, да, это могут быть наши как раз руководители, вот мы писали когда про стейкхолдеров, и в целом компания, да, какие у нее цели. Это, например, это у нас проведение переговоров для партнера, это точнее переговор, где мы будем партнерские встречи проводить, да, и нам важно, к примеру, да, показать какую-то статусность, или это переговорка исключительно для внутренних встреч, то есть вот такое. И возможности технологий, в том числе это и возможности наших ресурсов. Вообще это актуально, это адекватно ситуации или нет. И мы распределяем наши задачи вот по этим сферам. И если идея, она сразу ложится в несколько сфер, то мы ее присоединяем, как бы прикрепляем на то место, где идет пересечение этих разных сфер. И, соответственно, самая наша классная и самая большая цель для нас – это найти то, что происходит, то, что мы прикрепляем на пересечение всех этих сфер. Как идея, да, дальше, например, если у нас осталось все-таки несколько идей, которые все равно классные, и они лежат сразу и отвечают и требованиям бизнеса, и удобны для пользователя, и реализуемые, то как нам их еще между собой сравнить? Это как варианты для такого случая, или когда мы не хотим пользоваться этой диаграммой в таком формате, да, прикрепляя стикеры, а хотим более... И у нас не так много идей, которые мы в итоге выбираем, чтобы их как-то оценивать, тогда можно использовать еще вот такую таблицу. По сути, опять же, она отражает вот эти критерии: удобство для пользователя, ценности для бизнеса и реализуемость, там, технологичность. Мы перечисляем все наши идеи, ну, уже как-то более логично, да, полно сформулируем. Например, там, мультимедийная система, какое-то конкретное там название, 3000, не знаю, которая позволяет нам транслировать с экрана компьютеров на стену, там сразу что-то перетаскивать в пространстве, например, да, там какая-то мебель эргономичная под заказ, и, например, встроенные в стол планшеты. И вот каждую из этих идей мы оцениваем от 1 до 10. И здесь мы можем проводить такую оценку, во-первых, среди тех самых экспертов, да, которые в этом разбираются, во-вторых, там среди всех наших целевых аудиторий, которые мы выделили, всех стейкхолдеров, чем мнение для нас важно. Таким образом, мы сможем просто по баллам отобрать идеи, которые больше всего набрали, те мы и берем в дальнейшую разработку. Тут передаю слово Насте, потому что дальше идет этап прототипирования. Да, мы подошли к этапу прототипирования. И что же это за этап? Я думаю, в принципе, он уже и так ясен, что на данном этапе мы создаем макеты своих самых перспективных идей, которые у нас как раз уже прошли проверку, про что рассказывала Даша. Собственно, потом эти прототипы мы тестируем. Вот. Ну, прототип, как вы знаете, это макет некого решения, который можно собрать из подручных средств. Желательно создавать прототипы какие-нибудь суперпростые, недорогие, и сразу же идти с ними в поле, опрашивать людей, что они думают по этому поводу, ну, своих пользователей. Какие у нас есть типы прототипирования? Это бумажное прототипирование, то есть мы изучаем аналоги, строим какую-нибудь простую базовую структуру. Если это какое-то цифровое решение, то есть, например, вы придумываете новое приложение для айфона, то в этом случае вы прям можете нарисовать себе телефон много-много раз и каждый раз рисовать, что на нем будет, когда мы куда-либо кликаем. И можете в этом случае пока что забить на детали, это уже будет все в более серьезной версии. Поэтому не тратьте на них время. Прототипирование опыта.
То есть мы тестируем какие-то типичные сценарии с командой, наблюдаем, как пользователь ведет себя с нашим прототипом, и потом спрашиваем нашего пользователя, что же он думает о решении, которое мы предлагаем. Это может быть видеопрототипирование, то есть, в принципе, это может быть даже какой-то суперпростой видеоролик, который не требует каких-то серьезных программ. Существуют, конечно, разные варианты, есть люди, там, которые этим серьезно занимаются, они могут это с легкостью и на какой-нибудь классной программе создать видеопрототип. Но если такой возможности нет, можно, в принципе, сделать все это и подручными средствами. И лего-прототипирование, например, можно собрать какой-то продукт из деталей Лего. И нужно быть готовым к тому, что мы будем все время что-то ломать, перестраивать, менять местами и так далее. Сейчас мы хотели бы вам показать еще одно видео, а вы бы нам написали, какие методы были использованы в конкретном случае. В конкретном случае мы говорим про нашу переговорку. Так, сейчас я покажу экран снова. Надеюсь, его видно. Пока еще нет. Угу, тогда я жду. Как-то вот пока у нас вообще презентация на слайде. У меня написано, идет показ экрана. Попробую еще раз. Так, ну давайте я сейчас стоп-шеринг нажму и еще раз показ экрана. Share. Ага, вот сейчас есть. Отлично. Так, я включаю. Здесь задание «Отчасти на внимательность». Какие тут увидите методы прототипирования? В этом же видео будет и такой, скажем, финальный вариант переговорки. Нам он очень понравился. Так, сейчас вот внимание, что же получилось. Вот это вообще классная идея. Такие стулья, у которых есть дополнительная полочка, чтобы положить туда лишние вещи. Итак. Как раз, да, здесь уже было продемонстрировано и решение. Так, оригами, создание макета, продумывание дизайна мебели, бумажный макет, прототип опыта, виртуальный макет, видеомоделирование. Очень крутые решения, очень здорово выглядят. Да, реально, коллеги огромные молодцы, потому что получилась какая-то переговорка будущего. Было бы классно, чтобы такие внедрялись в различных компаниях, потому что, мне кажется, в такой работать одно удовольствие. И вы правы, в данном случае у нас было использовано бумажное прототипирование. Коллеги из компании Wonderful много-много вырезали и так далее.
было использование, прототипирование опыта. Они просто пытались как-то из подручных средств найти решение для проблемы. Собственно, и испытывали его потом, как это будет удобно класть эти вещички на стол или нет. И лего-прототипирование, на самом деле, оно тоже было на видео, просто, на самом деле, мы, если честно, сегодня сами, когда готовились к тренингу, увидели, потому что до этого мы никогда не видели, что там было и лего-прототипирование, совершенно случайно мы увидели, что вот здесь вот, по-моему, видно, там на некоторых кусочках видео, чуть-чуть покрупнее, чем сейчас здесь, вот на этой картинке, ой, сейчас я мышку возьму, вот тут вот девочка или мальчик собирали еще и лего-прототип, вот, поэтому ребята из Wonderful, они, по-моему, все вообще возможные опыты использовали, возможные методы, вот, и в том числе и лего, который мы вот еле-еле заметили, но он там тоже был. Поэтому, собственно, получилось и такое классное решение, потому что, как вы заметили, они там много вырезали. Сначала так вырезали, сяк вырезали, все выбрасывали оттуда и предлагали какие-то свои решения для проблемы. Вот. И после того, как мы сделали наши прототипы, мы отправляемся их тестировать. Да, тут мы будем тестировать уже в реальной жизни, да, нам нужно понять, вот эти прототипы, которые мы придумали, они вообще рабочие, они действительно нам подходят, подходят нашим пользователям. И здесь нам важно собрать обратную связь от пользователя в нашем решении и составить какой-то конкретный план, как мы будем дальше проводить, еще раз проходить этот весь этап, какие нам нужно будет изменения внести. И что важно, что, как уже вот в самом начале про ключевые правила Настя говорила, что совершенно не страшно и, наоборот, хорошо на таких этапах потерпеть неудачу, потому что это нас будет остерегать, да, предостерегать от каких-то неправильных реализованных решений. И на этом этапе это самое лучшее — понять, что идея нерабочая — это вот здесь. И тут, конечно, важно говорить с пользователем вокруг прототипа, а не отклоняться в сторону, обсуждать именно вот это вот решение, которое мы разработали. Нужно тестировать сразу несколько идей и не выбирать одну, потому что мы таким образом будем склонять пользователя к какому-то определенному решению, да, которое нам субъективно нравится. А нам важно, чтобы было такое более объективное, да, оценка со стороны пользователей. Потому что в данном случае это будет для нас очень ценная информация, с которой мы сможем дальше что-то делать. И нужно выявлять такие условия, которые мы действительно можем изменить. Большие проблемы нужно делить на несколько более мелких, потому что тогда их будет намного легче в дальнейшем тестировать. И что нам, например, с этой переговоркой могли бы сказать люди? Например, они могли сказать, что вот меловые доски, они неудобны, и нам лучше, чтобы это были все-таки мультимедийные доски. Мы бы хотели, чтобы мы там с наших экранов, с компьютеров сразу переходило у нас на доску, и мы могли там рисовать. И в целом это очень, такое, конечно, полезный был бы комментарий. Или там стулья, они очень с клёвыми полочками, как я уже восторгалась, да. Но если, например, мы поймем, что всё-таки наши пользователи там долгое время проводят, наверное, им нужны еще и стулья со спинками, чтобы можно было как-то откинуться. И таким образом мы собираем обратную связь и как бы опять проходим через этапы, которые у нас уже были, но, естественно, что мы начинаем это с этапа генерации идей и опять делаем прототип и опять его тестируем. И делаем это до тех пор, пока мы не находим какое-то такое решение, которое максимально учитывает интересы всех сторон. И, собственно, да, подводя итог, вот такой вот метод. Скажите, коллеги, насколько это у вас уложилась схема действий, как вам кажется, сможете ли вы это использовать в своей жизни, и вообще, было ли это полезно, потому что нам кажется, что
можно действительно просто для реальных задач этот метод использовать. Он, по сути, несложный. Главное – это не бояться ошибаться, обсуждать с коллегами, генерить идеи, выбирать и опираться на мнение людей, мнение конечных пользователей. И что еще можно, пока вы пишете, я очень надеюсь, что вы пишете нам обратную связь, какие еще можно сказать советы дать, если вы хотите использовать в дальнейшем этот метод и использовать его в жизни? Ну, во-первых, да, естественно, учиться у детей, не бояться каких-то выходов за рамки привычных решений, смотреть на мир более широко, да, и как-то находить неожиданные решения, метод как раз помогает. Развивать критическое мышление, задавать себе вопросы и другим вопросам, а почему вот это именно так, почему у нас именно такая переговорка, а что, если бы мы там убрали этот стол и поставили бы узкий и высокий, ну, например, да, в нашем случае. Читайте книги, список мы вам предлагаем, скриньте. Это тоже как-то поможет вам погрузиться в тему более серьезно. Конечно, практикуйтесь, еще раз практикуйтесь, все приходит с опытом, и это иногда кажется, что такая сложная, да, несколько этапов, о боже, но когда ты начинаешь действительно этот метод использовать в жизни, понимаешь, что намного все это проще и быстрее, это наоборот помогает сократить время на то, чтобы не разработать такой продукт, который, по сути, никому больше не нужен. Вот. И развивайте эмпатию, да, конечно, потому что это тот метод, который идет от человека, от пользователей, поэтому умение слышать и слушать, умение принимать позицию другого, вставать на его место, как бы надевать, да, его мокасины, это очень важный скилл, который пригодится, на самом деле, не только для использования дизайн-мышления, конечно же, да, но и просто в целом по жизни, и в работе, и в карьере, и в учебе, и вообще везде. Вот, коллеги, спасибо большое вам за комментарии. Да, спасибо большое за ваши комментарии, и спасибо вам, что вы с нами работали вместе, активно вовлекались, нам очень приятно, правда, потому что мы хотели как раз максимально интерактивным сделать этот тренинг, чтобы все включились, чтобы все приняли участие обязательно, и чтобы знания как раз лучше уложились. В принципе, мы будем очень рады, если вы добавите нас, КПМГ, в социальных сетях. И, конечно, мы ответим на все ваши вопросы, а в наших социальных сетях, если вы вдруг не подписаны, мы про мероприятия, карьеру всегда пишем. Расскажите... У нас там, да, да, вопрос, да, 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 вижу. Расскажите, пожалуйста, о Лиге КПМГ, стоит ли туда идти? Дмитрий, смотрите, вы можете попробовать, это, в принципе, тренинги, такие, скажем так, это серия тренингов, которые не взаимосвязаны между собой, они на тему софт-скилловую, поэтому вы можете подключиться к одному, если вам вдруг будет интересна тема, которая будет читаться, и если вам не понравится, больше не подключаться. Вот. Поэтому, так, вернем сейчас слайд, конечно. И если вам, например, не интересна тема, которая будет у нас в октябре, эта тема будет про эмоциональный интеллект, там в том числе про эмпатию будет много, то ждите, скорее всего, в ноябре-декабре будет какая-то другая тема, уже на другую софт-скилловую область, поэтому просто попробуйте, в принципе, туда никаких этапов отбора проходить не нужно, нужно просто зарегистрироваться, а потом прийти на нее. Ну, собственно, подключиться даже, приходить уже никуда не надо. Вот. А какой был ваш путь в КПМГ? Можно ли сказать, что это лучшая консалтинговая компания, на ваш взгляд? Ну, смотрите, мы с Дашей все-таки работаем не совсем в консалтинге, мы работаем в подразделении People, мы как такое поддерживающее наш бизнес подразделение, но, например, мой путь начался еще с позиции стажера, сейчас я уже старший специалист, и я в КПМГ уже 3 года, и мне очень-очень нравится. Как бы, поэтому вот что могу рассказать.
Да, ну у меня тоже опыт, естественно, что не в консалтинговой части, да, я приходила как опытный специалист. Но на мой взгляд, да, КПМГ – это совершенно потрясающий работодатель, который предлагает огромное количество для развития. У нас действительно можно выбрать свой путь для развития и в рамках бизнес-подразделений, и в рамках поддерживающих подразделений. Чему учиться у детей? Учиться у детей, ну, как минимум, не откидывать какие-то дурацкие идеи, которые могут казаться на первый взгляд. Вот то, что у нас был как раз там слайд, где дети находили какие-то совершенно нестандартные решения для проблем, которые их тревожили. Например, когда там мальчик лежит под стеклянным столом, где сверху на столе лежит планшет, потому что у него, очевидно, уставали руки, чтобы его держать лежа. Но учиться у детей вот такому подходу к решению задач, которые может показаться дурацким, но по сути это действительно решение, почему бы нет, да, смотреть как-то шире, за грани своего привычного опыта и более как-то быть открытым, да, для каких-то новых решений, для нового пути. Да, Настя, может быть, у тебя тоже есть какие-то комментарии к детям? Я согласна, что нужно просто быть открытым, на самом деле, к вообще любым, даже дурацким идеям, потому что иногда они могут стать каким-то прорывным стартапом в итоге. Да. Так. Мероприятия о карьере в данной организации в октябре будут ли, за исключением Дня карьеры 5 октября? Конечно, у нас с компанией KPMG есть план взаимодействия на этот год, и он предполагает не одно, не два и даже не три мероприятия, посвященных в том числе карьере, поэтому мы с представителями компании увидимся и не раз еще в этом году, о чем вас, конечно, заранее оповестим. Но 5 октября тоже рекомендуем приходить на ярмарку вакансий, подключаться через Teams и пообщаться. Будет как раз-таки рекрутер компании, кто сможет ответить на все вопросы по вакансиям и по резюме и обо всем, что касается KPMG в том числе. Да, очень круто, спасибо огромное, не за что, мы только рады, что вам это все нравится. Ну что, есть ли еще какие-то вопросы нашим прекрасным спикерам? Я так понимаю, что вопросов больше нет, да, спасибо, вот вас благодарят. Спасибо большое вам еще раз, да, за вовлечение и за то, что вам было интересно. Да, огромное спасибо. Нам очень это ценно и важно. Да, спасибо, коллеги, еще раз. И, дорогие ребята, сегодня у нас еще будет две очень интересных презентации. Одна в 18.00 от компании IBM, и также в 18.00 директор киностудии «Союз Мультфильм» проведет очень интересную презентацию, так что, пожалуйста, выбирайте, присоединяйтесь, но даже, я понимаю, выбрать, наверное, сложно, у нас в любом случае будут записи всех мероприятий, поэтому можно будет потом тоже просмотреть, если не получится присоединиться сейчас. Ну что, тогда еще раз благодарю всех участников и спикеров, и до новых встреч. Спасибо, пока, хорошего пока. Вечера. Всем пока.